Как и планировали ранее, к 35-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной станции в память о городе Припять припятчане высадили 200 кустов роз. Они станут символом надежды и возрождения. В это же время припятчане посадили розы и в Припяти. Синхронно мы высаживали розы. Тут висаджено майже 200 кущів троянд. Сьогодні ми символічно з припічанами завершили цю алею. Все пройшло, на мій погляд, дуже динамічно і швидко, але ми розуміємо, що бажаючих висадити троянди було набагато більше. Через пандемічні обмеження ми це не могли зробити. Тому дякую всім, хто долучився, дякую тим, хто з розумінням віднесся до того, що не може долучитися. Ну і те, що ми планували, ми зробили. І це найголовніше, ми зробили цю акцію, ми висадили троянди і будемо висаджувати їх по місту далі і далі і далі. І все-таки я хочу, щоб Славутич перетворився на таке саме місто троянд, як це була Прип'ять, і щоб ті прип'ячани, які пам'ятають Прип'ять такою, могли сказати, ну тепер і Славутич, ну принаймні, наближається до цього. В своє время Прип'ять весною топала в цвітах, особливо в центрі, около Дворца культури «Енергетик». И припечане, садившие цветы, надеются, что розы обязательно вырастут и будут цвести и в Славутиче, украшая наш город и напоминать о Припяти. Мы же сажали их с любовью, с болью в памяти, в сердце должны расти. Это как в Припяти, собственно говоря, как у нас. В Припяти, да. Как идешь к ДК «Энергия», розы вообще целый палисадник. И вообще вдоль дорожек у нас, по-моему, везде были розы. В сторону, особенно в центре города? В центре города, да, в центре города и в сторону причала. Вот, насколько я помню, часто туда ходили. Все в розах, так красиво. Замечательный проект. Они будут расти, они обязаны расти. Это кусочек Припяти, здесь, в Славутиче. И Припять осталась у каждого из нас в сердце. Вот мы с Оксаной жили по соседству в одном доме. С первых дней в Припяти. Участники ликвидации аварии на ЧАЭС, ее отец с первых дней. Я с листопада 86, с ноября 86 года. И очень хочется в Славутич немножко чистынку той Припяти принести. С надеей на майбутнє, на то, что будет город цвести, расцветать. Такой же будет красивый, как и у нас в Припяти. И я знаю, сегодня в Припяти тоже высаживают, да, розы. И на ЧАЭС, и это очень такой символичный знак единения и сплочения всех вокруг нашей Припяти, вокруг нашего города, нашего любимого города. Пусть розы растут, будем помогать им расти. Своей любовью, уходом, вниманием. Очень хорошая акция, спасибо большое, что сделали это. На аллее уже установили автоматическую систему полива, так что уже в следующую весну славутичане смогут наслаждаться белыми розами.